Но сейчас давайте я попробую добавить в него кока-колу. Фу, выглядит неаппетитно, как какие-то кровавые сопли. И на ощупь также. Всем привет, и у меня сегодня будет новый эксперимент. Я буду смешивать три лизуна и узнаю, что будет, если смешать обычного лизуна. Лизуна из антистресс, который остался из прошлого видео. Вообще-то он похож на клавиатурного лизуна. И нового стеклянного лизуна. Этот стеклянный лизун — это вообще какая-то отдельная история. Он очень классно тянется, он приятный на ощупь, не имеет никакого запаха, и он очень прохладный, что вот сейчас летом как раз самое то. Я повторюсь, он классно тянется, и если его резко дернуть, то он разрывается. Когда его часто мнешь, он становится не такой прозрачным, и внутри него появляются пузыри. Но чтобы они исчезли, нужно дать ему немножко полежать. Но сегодня не тот день, чтобы спокойно лежать. О, пока я тут отвлекся, другие уже сцепились. Кстати, из стеклянного лизуна можно делать очень крутые капли и наполнять их разными жидкостями. Сейчас я вам покажу. Его нужно слегка растянуть, налить немножко жидкости и быстро его закрыть. Но лизун быстро растягивается, и вода, конечно, убегает. Сейчас очень жарко, и поэтому лизун слишком мягкий. Я попробую добавить в него красную краску. Ну а сейчас давайте я попробую добавить в него кока-колу. И нифига не происходит. Но зато лизун стал классно пахнуть кока-колой. Ну да ладно, пришла пора узнать, что же будет, если их всех смешать в одно целое. Давайте сначала я смешаю жидкого лизуна и стеклянного. Выглядит неаппетитно, как какие-то кровавые сопли. И на ощупь также. Ну теперь давайте к этому добавлю уже антистресс лизуна и посмотрим, что из этого выйдет. Лизун разваливается на части, но давайте я его еще пока помну. Кстати, как мы его назовем? В состав у нас входит три лизуна. Обычный лизун, антистресс лизун и стеклянный. Ну, какие будут варианты? Давайте посмотрим, что у нас получилось. Как по мне, это напоминает кусок мяса. По-моему, я нашел способ подделывать мясо. Китайцы давным-давно уже все подделывают, но этот способ позволит им подделывать и мясо. Такой вот мясной лизун получился. Он, кстати, очень жесткий и тянется как резина. А порвать его сложно. Но можно. О, а что из этого мясного лизуна сделать антистресс? Сейчас я засуну его в обычный прозрачный шарик. Не-не, в обычный. Не во взрослый, а в обычный. И засуну в сетку. И посмотрю, что из этого выйдет. Кстати, если у вас нет таких лизунов, то ссылки я оставлю в описании под этим видео. Ну что, получился вот такой вот антистресс. Довольно неплохой, но правда очень тугой, и сжимать его нужно очень сильно. Ну а если без сетки? О, то тоже нормально. Прям такой вот мясной антистресс. Ребята, у меня есть еще лизуны, и я хотел бы провести разные опыты с ними, но у меня закончились идеи. А как вы думаете, что можно с ними сделать? Пишите в комментариях свои пожелания, а самые крутые из них я выберу и обязательно сниму про них видео. Ну а на сегодня все, до новых встреч и пока!